Здравствуйте, господа. Актуальная тема для осени – вяленые помидоры. У меня килограмм помидоров, как вы видите. Способ, который я предлагаю, он особенно хорош для тех, у кого газовая плита. На электрической будет дороговато. Режу помидорки пополам, так чтобы вот это пятнышко с одной стороны оставалось на одной из половинок. И укладываю на противень. Все очень просто. При очень низкой температуре помидоры будут вялиться практически весь день. Я утром ставлю, подходить к ним даже не обязательно. В течение дня один раз посолю и все. Ставлю в духовку, температура в которой, однозначно сложно сказать. Минимальная для этой духовки, почти минимальная. Думаю, что потом в эту баночку все это поместится, все эти вяленые помидоры. Выставляю температуру, вроде как градусов 130. Это так, очень приблизительно. А дверцу духовки я не закрываю, чтобы температура была еще и ниже. Так, чтобы рука ощущала жар. Можно было бы руку держать там секунд 5-10 спокойно. Или можно пощупать противень, чтобы 2-3 секунды горячий противень не обжигал руку. Вот такая температура. Через 6 часов, вот так все это дело выглядит, я солю эти половинки, и отправляю снова в духовку. Уложив в баночку, я буду заливать смесью оливкового и подсолнечного масла. Можно только подсолнечным, а можно только оливковым. Масло будет горячим, но не раскаленным. А баночка стерилизованная. В микроволновке 3 минуты. Где-то 9 часов прошло. 9, а то и 10. Вот так все это дело выглядит. Укладываю в баночку. Работаю один и снимаю, и готовлю, и ошибки не исключены, камера не была включена. Укладывал я в баночку, чуть-чуть налив масла горячего из ковшика, потом уложил примерно 2 ряда помидоров этих высушенных, потом еще чуть-чуть масла, и вот так до конца полная баночка. Видите, глазомер не идеально сработал, одна половинка не поместилась. Так они в масле и будут отдыхать часть зимы, пока до них не дойдет очередь. И пока я их не начну использовать. Очень хорошая штука, и в этой банке, примерно на 8 блюд хватит помидоров. Рекомендую. Всем приятного аппетита. Пока.